Отстоять не удалось. Культурно-выставочному центру «Радуга» все-таки придется потесниться. Эту новость сегодня объявили руководителю «Радуги» Виктории Кручинкиной саратовские чиновники. Напомню, на здание на улице Кутякова претендует областное правительство. Инициатором же выступил лично вице-губернатор области Денис Фадеев. 8 лет назад пустующие в центре города 800 квадратных метров сотрудники «Радуги» взяли в бессрочное пользование. Часть помещений отремонтировали на средства неравнодушных горожан, обустроили картинную галерею. А теперь чиновники хотят разместить здесь редакцию областной газеты «Регион-64» и Саратовский союз журналистов. У центра забирают две отремонтированных комнаты площадью 60 квадратных метров, где планировалось устроить багетную мастерскую. В общей сложности государственные структуры займут почти половину площадей центра. Приблизительно где-то 332 квадратных метра, то есть практически половину. Все здание 800, 332 забирают у нас. Мы планировали вот эти неотремонтированные площади сделать подзалы культур народов мира. Это для подзала Востока, для того, чтобы, как я говорила, можно было сюда приглашать делегации восточные, которые к нам сюда приезжают, для того, чтобы лучше шли переговоры. То есть это наше дальнейшее развитие и развитие нашего региона. Помещения на первом этаже, которые забирают чиновники, находятся в плачевном состоянии. Текущие подвалы, аварийная стена. По всей видимости, областному бюджету предстоят немалые финансовые траты. Одновременно с этим придется параллельно платить за аренду, снимаемого сейчас для редакции газеты помещения. Так что, когда наступит экономия, ради которой областные власти хотят потеснить «Радугу», пока неизвестно.